Доверие граждан к полиции постепенно растет. В этом уверен начальник областного управления МВД Юрий Стерликов. По его мнению, здесь свою роль сыграл и общественный совет при главке. Члены совета регулярно ведут встречи и прием жителей области. И таких обращений становится все больше. Идут, потому что мы стараемся выслушать людей. И каждое их обращение не оставить без внимания. По мнению генерального директора телерадиокомпании ТР Натальи Камбаровой, активно участвующей в работе общественного совета, самое главное, чтобы можно было проследить судьбу таких обращений и добиться решения проблем граждан. Как заверил присутствующих председатель совета Марк Левиант, такая работа ведется, но об этом действительно часто не говорится. Полицейские, в свою очередь, тоже обратились к членам общественного совета с просьбой. Я просил всех членов общественного совета, еще раз прошу, о проводимых мероприятиях, давайте нам информацию, или нам, или секретарю, я не знаю, давайте мы будем освещать, давайте нам фотографии по этим мероприятиям. Только одна просьба, не надо давать их через неделю, это будет уже никому не интересно. Сами полицейские стали меньше скрывать собственные просчеты. Мне кажется, мы говорим обо всем, начиная о тех преступлениях, которые раскрываются, ну, на сайте, если говорить, да, заканчивая чрезвычайными происшествиями среди личного состава. Обо всем. То есть я считаю, что мы наиболее открытое ведомство сегодня среди других правоохранительных органов. Продолжать политику открытости полицейским должны помочь и общественные советы на местах. Им поставлена задача активизировать свою работу.